вот, мои хорошие, я сделала небольшую разминочку. Для начала этого хватит пока что. И пускай покипит 3 минутки. И достаточно, можно будет выключать. И все, зеленый борщик готов. Клубничка. Редисочка. Сейчас надо купить вот эту клубничку. Прям хочу. Всем привет, мои хорошие. Сегодня у меня замечательное настроение. Потому что мы вчера с дочкой поехали, сделали КТ. Спиральная компьютерная томография. Мы уже не выдержали вот ходить в неведении с подозрениями, что у нас там болит. У нее что-то там болит, кашляет она долго. И в общем, чтобы вот это вот не думать, не гадать, мы уже вчера с ней собрались и поехали. Я вчера ничего не стала снимать, потому что когда я ехала туда, я, честно говоря, нервничала. Я волновалась, и все равно какие-то подозрения, знаете, а вдруг там что-нибудь с легкими, что-то не то. Конечно, я волновалась, поэтому не стала ничего снимать. Ну, а когда уже мы ехали обратно, у нас приподнялось настроение. Мы с ней всю дорогу болтали. И, в общем, хорошее настроение у нее и у меня, потому что у нас КТ нормальное, легкие нормальные, бронхи нормальные, в общем, все хорошо. Поэтому вчера ничего не снимала, я, в общем, была вся на эмоциях, вся была внутри себя, и за дочку переживала, с другой стороны, в общем, короче, все хорошо. Вот, нам дали вот такие листочки и диск. На диске там что записано, а здесь вот расшифровка идет, и вот что написано в диагнозе, я вам сейчас скажу, очки надо взять. Заключение КТ признаков очаговых и инфильтративных изменений в легких не определяется. Кальцинат С3 верхней доли левого легкого. Это, как пояснили, что это что-то я перенесла на ногах. Вот, но, в общем, ничего плохого нету, ничего. В общем, все хорошо. Вот этот вот кальцинат у меня размером 2 мм. Что-то я на ногах перенесла. Ну, вот я болела, у меня же был воспалительный процесс, но, может быть, это. Но я все-таки еще схожу к врачу. Вот, ну, что написано? На остальном протяжении очаговых инфильтративных изменений в легких не определяется. Просветы трахеи и бронхов свободны. Корни легких не изменены. Лимфоузлы средостения не увеличены. Сердце в размерах не увеличено. Магистральные сосуды не изменены. Куполы, диафрагмы четкие, синусы свободные. Жидкости плевральной полости нет. Вот так вот. Так что я очень рада. А сегодня я проснулась утром и думаю так. Значит, если у меня там все нормально, за это я уже могу не переживать пока. Что у меня тогда болит? У меня говорила я, что болят немножечко под лопаткой, там немножко под одной, под другой, в общем, как мышцы спины, что ли. Я уже подумала, что, наверное, надо разминать как-то вот мышцы, так как они тут дома застаиваются, в основном-то дома нахожусь, и движений как бы все равно недостаточно. Поэтому, я думаю, надо делать уже, наверное, девочки, утреннюю какую-то зарядку, разминку, физкультуру, я не знаю что. Поэтому я сейчас немножечко поупражняюсь. Если у кого есть желание, я вас хочу соблазнить и тоже поупражняться. Ну, какие делать упражнения, наверное, каждый сам для себя сам определит, какие мышцы надо размять. Ну, в общем, в целом, обычная, как знаете, гимнастика. Вот я сейчас делать хочу просто обычную гимнастику. Пойдемте сделаем.
Ну вот, мои хорошие, я сделала небольшую разминочку. Для начала этого хватит пока что, потому что мышцы застоялись, залежались. И большую нагрузку нельзя вначале делать, потому что потом все будет болеть. И потом я буду просто лежать уже от того, что все болит. Поэтому начинать надо с малого, с малых подходов, а потом просто каждый день увеличивать. Ну, я надеюсь, что все-таки я не буду все-таки лениться и делать эту утреннюю разминку хоть как-нибудь, хоть что-нибудь, но нужно как-то разминать. Нужно будет просто увеличивать немножечко подходов на потом. Но, по крайней мере, психологически становится легче. От того, что уже знаешь, что легкие в порядке, от того, что начинаешь понимать, что мышцы нужно разминать. И уже мне кажется, что я буду себя чувствовать все лучше и лучше. И на прогулку выходить надо. Так что, девочки, не залеживайтесь на диване, не засиживайтесь за компьютером. Тоже делайте упражнения и выходите гулять и дышать свежим воздухом. Ну, конечно, держитесь подальше от людных мест. Вот и все. Девочки, я решила зеленый борщ сейчас сделать. Бульон я уже сварила. Я решила сделать... Вот бульон у меня уже готов. Это куриная грудка филе. Можно делать с любым мясом. И, в общем, для зеленого борща нужна морковка, лук, картошка, щавель, зелень, яйца. И сейчас я уже начну, в принципе, готовить. Сейчас включу бульон. Ну, лавровый лист, соль, перец, само собой. Сейчас я сделаю отдельно зажарку. Лук с морковкой. Уже подготовлю все. И, в принципе, можно картошку уже класть в бульон, чтобы картошечка варилась. Уже в конце мы будем бросать зелень, щавель и яйца. Так, сейчас быстренько нарежем лук. Ну, лук кубиками. Можно не очень мелко его резать. Ну вот морковка с луком пассируется пока потихонечку. И картошечка уже закипает. Когда уже будет картошка почти готова, ну даже готова, тогда уже мы туда закинем зажарку и следом яйцо и зелень с щавелем. И пока у меня все это готовится, сейчас порежу щавель, зелень и сболтаю яички. Щавель я нарезаю крупно, прям беру вот так половину с этого и прям сантиметра по два где-то вот так нарезаю. Но предварительно щавель нужно помыть, перебрать и хвостики пообрезать, поотрывать, сделать их покороче. Ну а зелень режем как обычно. Петрушка и укроп. Так как это борщ у нас зеленый, поэтому зелени, в общем-то, я не жалею. Так, ну а что тут? Ну тут уже, в общем, почти подготовлено все, попассировалось, можно выключить. Все, оно на сковороде еще само дойдет. У меня в морозилке был замороженный перец болгарский. Я решила еще перчинку добавить для аромата. Можно свежий перец добавить, но если нету, можно без него. Перец я добавлю прямо к картошке сейчас, пускай варится. Ну а яйца просто надо перемешать. В общем, взбивать их не надо, просто их перемешать и все. Немножечко вот так вот взбить, смешать. И все, достаточно. Картошка наполовину сварилась. В принципе, она скоро будет готова. Поэтому я сейчас посолю, поперчу, закину сюда лавровый листик и зажарку. И пусть поварится еще несколько минуток. Адыгейская соль у меня есть. Она вкусная, с приправами.
Еще минуты 3 должно повариться. 3-5. Потом закинем уже зелень и яйца. Я добавила немножечко воды. Картошка уже готова. Поэтому сейчас я заливаю яйцом это все. Яйцом я заливаю раньше, чем бросаю зелень. Потому что и помешивать нужно. Потому что когда зелень уже будет в кастрюле, тогда трудно будет мешать, размешивать яйцо. Вот такое вот получается. Кто-то вареное яйцо бросает, но я люблю так делать. Меня мама и бабушка делали так. Ну и теперь можно уже забросить туда и зелень. Зелень покипит минуты 3, и наш зеленый борщ готов. Водичку я добавила уже, если нужно, можно будет еще добавить, если будет мало. Ложечкой немножечко вот это опустим, и тогда мы ощутим, оно насколько густое. Ну, щавель, он сейчас смягчится, потемнеет, он будет мягкий, тогда будет бульон пожиже. Но все равно, если необходимо добавить бульона, то можно добавить бульона или водички кипяченой. Но я не люблю сильно жидкий. Нет, для меня нормальная густота, я не буду добавлять больше воды. Все, сейчас щавель потемнеет, закипит, и пускай покипит 3 минутки, и достаточно, можно будет выключать. И все, зеленый борщ готов. Девочки, вышла вроде в магазин за хлебом. Ну, думаю, еще немножко фрукты, овощи, там яйца куплю. Ну, вроде особо ничего покупать не собиралась. Ну, набрала что-то. Смотрите, нормальное явление, нет? Набрала 5 целую сумку. Так это сейчас еще буду покупать я помидоры, огурцы. Что там у нас, клубничка, редиска есть. Сейчас еще наберу. Ой, смотрите, какая красота. Клубничка, редисочка. Сейчас надо купить вот эту клубничку, прям хочу. Смотрите, сколько вкусностей я набрала. Бананы, груши, яблоки, и редиска, и клубничка, и зелень, огурчики с помидорчиками, форель взяла. В общем, сейчас перемою фрукты, овощи. И покушаю немножечко фруктов сейчас. Хочется вкусностей каких-то. Ой, какая красота! Как хочется клубнички. Сейчас буду кушать. В общем, девочки, перемыла я все. И зеленый борщ со сметанкой я буду кушать попозже. А сейчас я хочу поесть клубничку. А еще у меня есть мороженое, пирожное и много других разных вкусностей. Короче говоря, я решила сначала вкусности покушать, а уже вечерком поем зеленый борщ. Ну, как я буду это уплетать, я вам показывать не буду. Я и так вас уже насоблазняла там, да? Наверное, уже хочется. А еще сегодня узнала прекрасную новость, что у нас с 12 мая открывают парикмахерские. Ну, еще там, я не знаю, что-то открывают. И мне уже не терпится пойти подстричься, потому что уже все, в глаза лезет. Я уже заколочку заколола и все. Ну все, мои хорошие, я хочу на этом видео закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.